Мне вам врать нет никакого смысла. Вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязанно и даже нагловато. Да кто же он наконец такой? Вчера на Патриарших прудах вы встретили. Кого ты имел в виду под персонажем? Воланд. Воланд? Это профессор, немец, из твоей рукописи. Хватит запутывать следствие. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Что-то случится непременно. Нет никакого дьявола. Я часть той силы, что вечно хочет зла. И вечно совершает благо. Это не чистая сила! Он появился. Простите, как ваша фамилия? Ха-х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 а